Всем привет, с вами Игорь. Сегодня мы будем проводить еще один эксперимент с моим аккумулятором велосипедным. Вот. Цель эксперимента выяснить уже окончательно, дохлый ли этот аккумулятор, ну, сами ячейки, или здесь что-то не в порядке с BMS или контроллером. Этим вот. Потому что что у меня закралась такая мысль, что что-то не в порядке. Потому что, ну, после разрядки аккумулятора, после там какой-то езды, я проверял напряжение, и было почти 40 вольт на аккумуляторе. Вот это меня смутило, мне посоветовали разбирающиеся люди проверить под нагрузкой, как будет проседать напряжение в целом на аккумуляторе. Ну и если будет на аккумуляторе какое-то нормальное напряжение, будет выключать контроллер, значит где-то ячейка какая-то просевшая, тогда будем искать ячейку. Вот, подключил я вот это гнездо сюда, разобрал сам аккумулятор. Вольтметр у меня все тот же, кстати, уже 41,8. Это я пару раз газнул. Вот, что-то мне кажется, что он таки дохлый. Ну, сейчас проверим. Вот, клеммы вольтметра вот здесь вот на начало и конец сборки, или конец и начало. Вот. И сейчас будем, вот, сделал такую вот подножку, чтобы колесо висело. И сейчас мы его будем запускать и смотреть. Так, включаем зажигание. Накручиваем газик. И мы ее сейчас зафиксируем скотчем здесь, чтобы я его не держал. Нет, не держит скотчик. Надо больше. О, держит. Итак. Уже 41,1 даже, видите. Короче, напряжение проседает довольно-таки быстро. Ну, колесо так крутится, не знаю. Ну, километров 15, может быть, в час. Но не на полную газ я там поставил его. Ну, что-то скорость падает. А это, наверное, мой скотчик не держит. Как же это зафиксировать-то? Уже 49. Да, видно, я думаю, да? Ну, наверное, я нажму на паузу, пока оно будет ее высасывать, чтобы не затягивать видео. Когда уже будет подходить или начнет вырубаться, тогда я опять включусь сейчас. Так. По прошествии нескольких минут колесо крутится, уже 39,6. Газ я накрутил почти на максимум. Насколько там скотч может держать на максимум? 39,6. Ладно, опять подождем. Так, уже напряжение у меня 38,7, 8,9. А, оно растет, ну что, скотч не держит. Не знаю, как я тут зафиксировать. О, уже начало выключаться, или это у меня что-то с мотором, что-то я не пойму, что за ревки. Вот такие вот. Какие-то странные моменты появляются. Я и раньше наблюдал, что у меня такое было при езде.
Не знаю, это выключается или... Это у меня что-то с шестернями тут. Какие-то такие... Такое впечатление, что уже стерлись шестерни, иначе проскакивают там. И он, наверное, уходит в защиту или что. Ну, контроллер так вроде не должен работать. Вот это вот, что это такое? Напряжение еще. 37. 37. И 6. И 5. Но оно еще не должно выключаться. Я насколько я знаю, при 32 вольтах должен выключать контроллер аккумулятор. Может, я не прав, так поправьте меня в комментариях, может, не при 32. Но я вижу, что что-то уже он вообще перестал работать у меня. Ну, непонятно, что это такое. Ага. Значит, доломал свой электровелосипед. Не, еще тянет. Может, это у меня с мотор-колесом что-то? О. Вот это вот выключается уже. Какой-то шум такой. Какой-то странноватый. Раньше он такой не был. А ну сколько тут у нас? Что-то я не вижу. Ага, 37. 37, ну еще вольтметр может врать. Ну до 36 я не видел, не дотягивает. 37. И выключает уже. Что-то оно мне вообще не нравится, как оно работает все здесь. Может, даже у меня уже что-то, наверное, шестерни. Ну сколько он так поработал? Он так поработал 5 минут на холостом ходу, и мы видим, что напряжение упало, было 42 вольты. Я пару раз газанул, потом включил видео, стало 41,8, и сейчас 37,3. Ну а если газовать больше немножко, то оно отрубает его. Вот. Не знаю, 37. Ну вот, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, должно ли оно выключаться при 37. 37, может быть, вольтметр врет, там пускай 37 ровно. Или это что-то не то. Ну, насколько я знаю, он при 32 должен выключаться. И когда он, если выключить газ, то получается подскакивает на 39. Ну, так как я и мерял, в принципе, тогда разобранный аккумулятор после разрядки тоже было 39,8 и 9, почти 40 вольт поднялось. А если сейчас начать газовать, то оно проседает. Как мы видим, резко так проседает. Или это так должно быть, я не знаю, в принципе.
38, 37. Еще вот этот вот шум в мотор-колесе какой-то подозрительный. Раньше он не такой вроде был. Наверное, шестерням капут. Не знаю, если кто-то разбирается в этом, по шуму определить. Но вот эти вот проскакивания, по-моему, это шестерни уже. Хотя подгазовываю 37,2, 37,1. Ну, может быть, здесь даже и 36 уже. Ну все, он выключает, видите. Вот. Опять я нагазовываю. Ну, по-моему, так проседать напряжение не должно. На нормальном аккумуляторе, это еще и на холостом ходу. 37. Ну, примерно при 37 получается отключение. Я не знаю, нормально ли это. Пишите мне в комментариях, нормально ли это. Может, это вот, даже 36,9 уже. Ну и выключилось. А если не газую, то напряжение поднимается до 39,7 и растет даже 39,8. Видно, не видно, по-моему, видно. О, ну такое оно и было. 39,9, в принципе. О, 40 вольт, пожалуйста. Почти заряженный аккумулятор. Сейчас я начинаю газовать. И оно, видим, как оно резко садится. 39,3. 30. Это на холостом ходу даже. 38,7. И 6. 4. 3. 37,9. Ну, в принципе, так можно еще ездить понемногу, сильно не газовать, высасывать из него, так сказать, максимум. Ну, вот 37,7, видите, проседает напряжение практически на 3 вольты сразу. Я думаю, что это уже дохлый аккумулятор. 36,9. Сейчас должно выключить его. 36,8. О, ну да. 36,8, да. Может, что я просто сильно газую. Может быть, там и 36 вольт выключает при 36. Может быть и такое. Может быть, вольтметр. Вот если не газовать опять, то 39. Ну, по-моему, это дохлый аккумулятор уже. Тут даже нечего те ячейки мерить. Если на холостом ходу так проседает напряжение, когда я газую, то, наверное, это уже ему капут. Ладненько. Пишите, что вы про это думаете. Вот, что тут не так. Или они уже дохлые, и тут уже ничего не сделаешь. Ну, короче, всем пока.